Давно не виделись, ребятки. Наконец пришла весна, можно покататься в Москве. А учитывая, что сейчас очень даже сухо и плюс 18 градусов, можно покататься в одной джерси. Возраст уже не тот, чтобы сразу начинать кататься. Поэтому мы начнем с разминки, особенно тебе. Давай! Все, погнали. Ну что, мы размялись. Погнали! Погнали! Зачем в горку тормозишь? Мне лень крутить. Я понял, что давление маловато, поэтому нужно немножко подкачать. Я думаю, 5-7 пси сверху будет самое оно. Сейчас 73. И еще добавим в амортик слегка. Я не понял, вот это вот резина. Каждый поворот, что я сейчас так закладываю с поворота, она реально держит, все хорошо. И дали, какой модный у Ивана велосипед, а? Смотрите, место для заначки. Оп. И, короче, заначка. Там, дождь начинается, реально. Можно банан спрятать. Дорогой, небось. Жаль, ему не помогает. Ничего себе. Да, ну вот как научился-то. Так что? Да сейчас уронишь его, не смотри лучше, сконцентрируйся. На тебя смотрю. Я же говорю, уронишь. Так, ну что, погнали, бананзы у нас. Шашлычок! Потапыч, наконец, собрался свои селеночки в кулак. Ну, там не такой большой кулак для этого и нужен. И, наконец-то, прыгнул трамплин. Молодец. Не зря катается так долго. Пришло время для трапезы. Перекусили. Теперь появились силы, чтобы... еще покатать. Как-то резко заканчиваются они всегда весной. Видимо, еще какой-то не раскат. В общем, нужно вырываться дальше.
поехали. Поехали. До конца едем. Что-то там. Давай, едь. Игорь сказал, что покажет классную трассу. И куда-то повел нас. Так, Игорь сказал, просто едь за ним. Трасса для меня новая. Ну, посмотрим. Ой, как близко дерево. Это что? У нас классный трансфер есть. Не показался? Вылет. Ладно. Вот там призем. Так, приземочка здесь одна, а здесь есть типа модная приземка. Вот сюда. Чистим слегка. Хороший пролет. Большой. Николай, здравствуйте. Иван. Здравствуйте. Давно так не виделись. Николай! Что творит? Что творит? Спрячусь за дерево. Вот это хорошо. Нормально деревце упало за ночь. Да, стало явно надежнее. Вот. Колян, все починил. Новый элемент на трассе появился. Так, теперь нужно ее перепрыгнуть. Стало темнеть, поэтому мы начинаем закругляться, точнее мы уже закруглились и едем к тачке. Вот так вот прошел этот субботний денек. Приятно.